Всем привет! Сегодня готовим горячие сэндвичи с сыром. Мягенькие, вкусные, внутри расплавленный сыр. К завтраку то, что надо. Давайте приготовим. Твердый сыр натираем на мелкой терке. К натертому сыру добавляем сметану. Немного молотого перца. И щепотку мускатного ореха. И все это хорошо перемешиваем. По поводу солить или не солить сырную начинку, это зависит от того, какой у вас сыр. Если сыр совсем не соленый, пресный, то, конечно, нужно подсолить. Полученную сырную смесь наносим на ломтики хлеба для тостов. Накрываем вторым ломтиком и прижимаем. Таким образом делаем все остальные сэндвичи. Яйца взбиваем с молоком. Можно добавить немножко соли. Сковороду я уже разогрела, налила немножко растительного и немножко сливочного масла положила. Теперь обмакиваем наши сэндвичи в яично-молочную смесь с двух сторон. Немножко держим, долго не надо, чтобы сильно не размок хлеб. И все, жарим на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Готовы мои сэндвичи, разрезаем их пополам по диагонали, чтобы получились красивые треугольнички. Посмотрите, какая красота, внутри расплавленный сыр, вкусная сырная начинка. А подаем с чашечкой чая и наслаждаемся приятным завтраком. Желаю вам всем приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если мои видео вам полезны. До новых встреч, пока-пока!